Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Сегодня я приехал в лес собирать рыжики. Это вот прям недалеко от нашего села Терлян. Недалеко от трассы, вот внизу трасса идет. Терлян-Николаевка. Проехал и свернул вот в этот лесок, в эти молодые сосенки. Здесь я был недавно. Рыжики, грибы есть. Будем собирать. Любуйтесь нашей красотой. Южный Урал, село Терлянский. Собираем рыжики вместе с Владимиром. А вот, друзья мои, первые рыжики. Посмотрите, сколько их. Пришла вторая волна сезона рыжиков. И что интересно, они вот такие вот прям мгновенно пошли. И все практически чистые. Сейчас вот мы их посмотрим, я вам их покажу. Отличные рыжики, и много. Снимаю в таком красивом месте. Здесь очень приятно их собирать. Травка маленькая, их видно, сосенки редкие. В общем, очень комфортно. Посмотрим, какие они. Вот посмотрите, все идеальные. Размерчик такой комфортный. Самое то для маринада или для засолки. Будем собирать. Это радует. Такие рыжики. Вот такие они. Рыжики. Вот рядышком масленок. Маслят здесь. Видимо, невидимо. Вот этот маленький. Это мы возьмем. Это пусть растет. Ой, грибов тут. А. Вот еще масленок. Вот масленок. Видно его, да. Вот масленок. Кругом. Кругом одни маслята. И рыжики. Чудесная пора. Собираем. Вот посмотрите, друзья мои. Какие кулишки рыжиков. Сразу оговариваюсь, это кулига. Это наше терлянское такое наречие. Когда много чего-то, мы называем кулига. Кулига ягод, кулига грибов. Вот. Вот смотрите, сколько их молоденьких. Красавчики. Я даже показывать не буду, какие они есть. Факт тот, что они исключительные. Все, в общем, чистенькие. Вот это урожай рыжиков у нас. Вот что. Я даже большую рвать не буду. Оставлю его. Пусть растет. Семена дает. Собираем. Вот нравится мне собирать вот таких подорожников. Так красиво они смотрятся. Тут вот еще один. Ну хорошо. Собираем. Вот такие идеальные.
радует нас лес в этом году. Грибов много, белых, маслят, грузди пошли. Вот такие вот рыжики. Ну, рыжики вообще чудесные в этом году. Вот, друзья мои, посмотрите, где я собираю рыжики. Вот вдали наше село Терлян, район Громиловка. Такая вот панорама гор, сосенки. С утра такой сильный туман был. Но сейчас вот солнышко выглянуло. Тепло. Хорошо. Собираем. Вот какие красавчики спрятались в траве. Их и не видно было. Чуть не наступил. Сейчас мы их посмотрим. Давайте срежем. Странно. Первый раз я вот плохой рыжик нашел. Вот это тоже надо посмотреть. Все собирал, они все идеальные. Вот такие. А это вот такой попался. Но в траве, видать, замокли. Друзья мои, видите, как рыжики прячутся в траве. Да, раз идешь, даже наступишь на них. Это. Замаскировались. Тут вот еще парочка. Вот так вот их собирать. В травке их не больно, ты и увидишь. Эх, каких я рыжиков нашел. Вот их три. Вот этот цвет такой. Мне не нравится, его даже рвать не буду. Пусть растет. А эти вот сейчас посмотрим. О! Плохой. А я тут порадовал. Ну, это пусть растет, раз обещал не рвать его. Пусть. Вот, друзья мои, посмотрите, какая красота, небо голубое. Вот чё. Ну, собираем. Вот тут оставил, тут же нашел три. Посмотрите, какой шикарный. И эти такие точно будут. 100%. Давайте проверим, стоит сколько. Нет, я не ошибаюсь. Идеальные. Ну, спасибо, друзья мои, что были со мною. Насобирал я вот полпакета рыжиков. Еду домой. Посмотрите на нашу красоту. Ну, всем пока. Всем мира и добра. С вами был Владимир. Пока-пока. Берегите себя и своих близких. Всем удачи.